Новая цифровая школа начинается уже в фойе, где установлены турникеты. Пока школьников пропускают без специальных электронных карт, но в скором времени без них пройти будет сложно. Впрочем, посторонних уже и сейчас в школе не бывает. Следующее – современное устройство «Информат». Нажмешь кнопку и узнаешь школьные новости или любую необходимую информацию о школе. И для учащихся удобно, и для родителей. Но самые большие чудеса ждут на третьем этаже. Именно там теперь располагаются начальные классы. Отремонтированный светлый и уютный холл с удобной мебелью и игровой зоной так и манит сюда ребятишек. Чтобы не только уроки, но и перемены были полезными и интересными, для мальчишек и девчонок в рамках проекта цифровой школы приобрели столы для игры в аэрохоккей. Теперь в качестве смены вида деятельности дети гоняют по маленькому искусственному полю шайбу или строят дома из ярких кирпичей. На такие уроки ребятня идет с гораздо большим удовольствием. С помощью мультимедийного комплекса и интерактивной доски можно посмотреть увлекательный учебный фильм или клип. Обычную доску имел никто не отменял. Иногда примеры и задачки решают и привычным способом. Однако педагоги постарались по максимуму освоить новые методики. Сейчас уже и не представляют себе, как раньше обходились без таких вот современных цифровых комплексов. Стоит взять в руки маркер, и на интерактивной доске появляются линии, буквы и цифры. Можно быстро удалить ошибку или, наоборот, быстро изобразить все, что нужно. На сегодняшний день это работа на этих интерактивных комплексах идет уже на ура. То есть мы и сами уже успели изучить работу, и с коллегами поделились, как можно работать с этими интерактивными комплексами. Буквально вот на прошлой неделе на базе нашей школы проходил городской семинар. У детей практически не возникает трудностей в освоении нового оборудования. Разве что порой линия не совсем ровная, но это не беда. Зато теперь математика, русский, чтение наполнены для них новыми красками. Мне нравится новое оборудование, новая программа. Мне нравится интерактивная доска. Мне нравится эта программа, потому что мы очень много узнаем, но весело. Никак не бывает скучно. Эти отзывы очень важны для учителя, потому что, когда детям интересно, материал усваивается гораздо лучше. Учимся мы вместе с ребятишками, да, учат они нас, мы их. Как бы осваивали мы эту доску вместе, вместе с ними делаем ошибки, допускаем. Конечно, стало работать интереснее, потому что не все мелом, да, мы рвемся к доске, прям на перебой, то есть вот руки не опускаются. Они все хотят работать у доски. Цифровыми комплексами в 14-й школе оснащены 8 кабинетов началки. Это стало возможным благодаря средствам бюджетов всех уровней. И ученики, и родители нововведениями довольны. И с нетерпением ждут следующих преобразований, когда цифровой станет уже вся школа. А это значит, что возможность изучать предметы по-новому получит 800 учеников.